Там леший встречает всех на входе. И это не сказочный персонаж, маскировочный костюм для охоты на водоплавающую дичь. Костюм называется леший. Он предназначен для того, чтобы спрятаться, чтобы вас не увидел гусь. Выставка, рыбалка, охота, активный отдых на Волге в Экспо Волге проводится уже в 13-й раз. Здесь рыболовные снасти, новейшие виды экипировки и снаряжений. Для начинающих мастер-классы по спортивной рыбалке. Здесь охотники становятся рыбаками заядлыми, а рыбаки приобщаются к активному отдыху, а те, кто лазают по скалам, начинают задумываться о том, не попробовать для себя в той же самой рыбной ловле. У этой выставки уже есть постоянные посетители, которые каждый год приезжают сюда, чтобы организовать свой летний отдых. Мероприятия задают тренды в активном отдыхе. И в последнее время они все чаще связаны с российскими предприятиями. Появилось наконец-то российское производство, составившее достойную конкуренцию иностранным производителям. Поэтому я думаю, что с нашим оборудованием, инвентарем спортивным, в том числе и рыболовными снастями, с нашими лодками, да, возможно составить достойную конкуренцию и прекрасно оформить свой отдых. Выставка продлится до 3 апреля. В день закрытия гурманов ждет конкурс настоящей рыбацкой ухи. Олег Зверев, Станислав Левин. События.